Всем доброго дня! Это анонс очередного урока Ардигунь или Нунчаку. И в этом уроке мы будем с вами осваивать работу двумя руками, различные методы такой работы. И параллельная работа у нас будет, когда две руки выполняют одну и ту же программу. И параллельно последовательная такая работа, когда руки работают не синхронно, но при этом выполняют одну и ту же программу, да, или выполняют немножко разные программы. Здесь у нас целый ряд будет ударных техник, в первую очередь, которые так или иначе завязываются на ваших шагах. Мы будем говорить о том, как скоординировать свои действия лучше, осваивая эти техники. И в целом урок довольно насыщенный. Ну, нельзя сказать, что он прям чрезвычайно сложный для тех, кто уже прошел предыдущие все уроки. Но, тем не менее, наверное, он потребует от вас все-таки достаточно добросовестности, скоординированности, времени и так далее. Именно поэтому урок рассчитан на множество ваших тренировок, на какое-то количество, по крайней мере, ваших тренировок. И я советую с освоением с таким не торопиться, потому что, ну, все в нашей жизни требует времени. И если мы тратим время на пустое, на что-то, да, то тем более, наверное, имеет смысл его потратить все-таки на что-то стоящее. О том, как приобретается урок, внизу в описании к видео. Цена тоже там, способы оплаты там же. И счастливо. До следующих видео и до следующих уроков.